нашего эфира до 16 часов. И после этого эфира я понял, что у СССР никогда не будет делать такие студии, что эфир. А фильм такой был, ты хочешь, не помните, ну там, расовская минация, как проблема, политика, да не больше. Но в этом фильме нам в первый раз показали настоящие грузовики, сделанные в Соединенных Штатах Америки. И вот сегодня мы начинаем, и сегодня, если кстати, начинаем, серию репортажей о деятельности в Ливерпульской фирме «МакТранс». Именно эта фирма привозит в Магнитогорск замечательные грузовики по производству Соединенных Штатов Америки. Там мы конкретно автомобили, которые мы имеем, это Volvo EXL 660, автомобиль 2002 года выпуска. Что за машины американские сидельные тягачи? Вот это все капотники. Почему? Да потому что именно капотные автомобили наиболее безопасные для водителя. И в Америке, соответственно, бескапотные варианты стали запрещены. Ну а что в этом капотнике? В этом капотнике, между прочим, 460 лошадиных сил. Вот так вот, почти 450 тонн. Вообще, американские лошадки — это несколько другие лошадки. Американская лошадка может смело умножить на полученные японских лошадей, а может смело умножить на полученные европейских лошадей. И насколько не умножать, вы отличный аналог не найдете. Для чего я, собственно говоря, такие смотки пускаю? А я вам сейчас объясню. На сути часто смотрят дальнобойщики, водители, которые зарабатывают на автомобилях. И вот именно для них я рекомендую поехать на проселочный 30, где располагается МакТранс. Там увидел огромное количество, и я там, ну как бы так сказать, плавненько. Сумки у меня были просто на пол. Почему? Потому что эти автомобили, хотя и пробежали около, в среднем, около 800 миллионов километров, они в техническом идеальном состоянии, и не даром МакТранс решила заниматься, собственно говоря, продажей вот этих автомобилей. Дело в том, что вы, наверное, прощали нашу дома до ареста. 90% грузоперевозок выполнены этой фирмой и именно на американских автомобилях. И, кстати, в принципе, вы можете приобрести любые некоторые, которые немножко поездили по России, но в основном это машины не привозят из Америки без пробега по Российской Федерации. И вы можете ехать в Питер, в смысле, я в этом не вижу. Потому что цены, ну, цены это так сами собой. Перечисленные проблемы в случае с отечественной техникой.